Ученые прикрепили камеру к 6-метровой акуле, но на глубине на нее напали. Неспроста выбрали акулу таких размеров, так как на глубине у нее практически не существует соперников, но датчик в итоге нашли спустя 2 месяца на побережье. Сначала датчик зафиксировал акулу, которая плыла по своим делам, а потом она резко опустилась на глубину 600 метров. Видимо, в этот момент она как раз и встретила кого-то, кто намного больше нее. Сначала температура была 8 градусов, потом резко она стала 26 градусов. Такая температура на глубине 600 метров может быть только в чьем-то желудке. Температура 25 градусов держалась на протяжении 8 дней, а потом датчик всплыл со следами кислоты. Вывод очевиден, кто-то съел акулу, но кто бы это мог, ведь акула была 6 метров. К этому датчику была прикреплена видеокамера, которая снимала весь процесс. Видео с этой камеры я загрузил в свой основной канал, смотри в шапке профиля и комментариях.